lazım. Настолько безыскусные и мерзкие, настолько гадкие и некрасивые рифмы. Вот дрянь – это хит. Зуб даю, ползала подпевала. Наливаю? Наливай. У всех гримерка красивые девушки, а у нас мужики с бухлом. Мужики, бухать будете? А, да-да-да. В парке Горького. Илья, ты совсем охренел? На весь коридор шманит твои травы. Прекрасный запах, по-моему. Вон ишь, какую вонь курит. А мы тут голенькие. Тогда я захожу?
Ну вот. Привет. Это не аргумент, как ты понимаешь. Бухлась равно больше, чем девушка. Можно вас на секундочку пообщаться? А вот про табак ты зря. Очень зря сейчас про табак. Привет, ребят. Бабки получили. А политично рассуждаешь, друг. Это тебе от поклонников и поклонников. Это запах острова свободы. Был очень классно. Я говорю, вонь. Мне тоже понравилось. А тебе тоже понравилось? Лучших сортов. Да. Без молока. Не надо, не снимать? У вас уже на хронике жизни рок-звезды невозможно без скандала. Что, в полтора раза? Любовь Жокер, Анатолий Михайлов. С ним уже какой-то тупые басисты. Наталья. Пускай так называют скандал. Шмалят там не надо. Не дождетесь. Майк, я во дворе подожду, хорошо? Простите. Молодцы. Ну что сказать, молодцы. Выражаю благодарность от руководства рок-клуба. Благодарим за вашу благодарность. Да, зоопарк. Кто там у вас дальше по списку? А сейчас странные игры, вот потом пепел. А, вот именно, пепел. Ну, он очень клевый чувак. Витя, у нас песня хорошая, это главное. А как же Боб? Ну, с ним сложнее. Ну, надо заранее договориться, чтобы его дома застать. А с Майком проще. Ну, он точно нашу песню послушает. Да сколько к Майку таких ходит с песнями? О, мальчики, заходите к нам. Заходите. Не бойтесь, мы не кусаемся. Нет, спасибо. Мужики, может на троих, а? Нет, пойдем. Спасибо, мы не пьем. Лето, я и жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. А-а-а. Лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. А-а-а. Лето. Сегодня сейшн в Ленсовета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда, да 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 да. Кружки, пожалуйста. Лето. Все хулиганы три гостета. У них, наверное, вендетта. А впрочем, это ерунда, да 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 да. Лето, штаны истерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться под водоем. А-а-а. Лето, недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета. И что тогда мы все умрем. Раз бы очки снял, все время без глаз. Зачем тебе мои глаза? Для вечности. А сосиски-то будешь? Андрюх, а что там? Репетировать надо больше. Для вечности. Передай. Во-первых, пусть репетируют те, кто играть не умеет. А давайте мы будем вашими бэк-вокалистками. А во-вторых, посмотрите на Наталью. Ей не нравится, когда гаражный рок бодяжит женским бэк-вокалом. Пойдем. Да, по-моему, Наталье это не нравится. Да пожалуйста.
Господи, какой ты скучный, Майк. Он женатик. А семья только связывает творческого человека. Не надо Майку мешать. Никто и не мешает. Мик Джаггер бы вас не понял, Михаил Васильевич. Мика Джаггера нет, Наталья. Только потому, что у Наташи нет Мика Джаггера. А зачем мне Мик? Кстати, я знаю, как тебя назвать. Джаггер. Марин, Джаггер, вернись. Полезные минералы. Карбуратор. Ну, всякие важные соединения. У меня друзья геологи. Говорят, что тут полно всего. Привет. Земле. Привет, чуваки. Нас панк пригласил. Привет. Посмотри, пожалуйста, она даже по цвету не такая, как просто. Здорово. Панк! А? Это тебе! Привет! Все, кто там ко мне? Не удержался, Джаггер? Ага! Ёба, из-за вас собака убежала. Виктор, Леонид. Здорово. Привет. Здорово. Привет. Мы к Майку. Слушайте, а это самозванцы какие-то. Я их вообще первый раз вижу. Майк! К тебе самозванцы! Привет. Можно к вам присоединиться? Мы вот вина купили. Правда, не знаем, хорошее, нет, другого не было. Мужик, ты пойми, вино бывает либо хорошее, либо очень хорошее. Ну, а вы что пьете? Мы пьем бургундское 72-го года. Кишиневское сойдет? Сойдет? Благодарю. А я Леня. Майк, очень приятно. Это Витька, ну, Витя. Мы вас очень уважаем, вот, у вас песни отличные. Чувак, истинный алкоголь? Наливаем. Виктор. Майк. Не похож. Огонь есть у кого-нибудь? Простите, а это вам для чего? Музыку играем. Да? А поконкретнее? Песни. Ну, советских композиторов? Да, советских. Наш с Леней. Арбуз будете? Да. Спасибо. Не. Бери. Опа. А как называется ваша группа? Никак. Внимание. Группа «Никак». Группа «Никак» на разогреве у группы «Кое-как». Раздолбай. Группа «Раздолбай». Все, хватит. Что вы, дети, смущаете? Это группа «Тунеядцы». Мы не тунеядцы. Я, кстати, еще в театре работаю. Да, это правда. Вот Леня Леонид у нас действительно служит в театре, правда, грузчиком. Че он там грузит? А Витя, он художник. Да. Работает по дереву. Перевожу. А Виктор учится резьбе по дереву в ПТУ. Ну, он ПТУшник. Слушайте, Виктор, ну вы будьте добры хотя бы, исполните нам что-нибудь своего раннего, там, пока вы не разучились там как играть после... Чего вы там пьете? Кишиневского. Ну, вот после Кишиневского вашего. Ну, что, так сразу? Да, блядь, завтра. Сухой будешь? Можно. Вы спеть хотели? Пойдем. Покурить хочу. Я тоже. Гостишь? У меня Беломор. Так я только их курю. Я аппарат-то купил. А Конза, знаешь группу? У них есть песня прикольная. Дай гитару, сидели, а? Упывали. Держись. Витя тоже там сидел, играл на басу. Ну, сказал, чтобы он сам уж песни все начал сочинять. Наташа! А, Майк! А, по-моему, ты мне кое-что обещал. Наташа! Ты мне обещал заняться культурным наследием великой группы. Такой. Вить! А вот такой ты знаешь. Вить, ждут! С экс-арканом. Знали-то? Им. Ну, допьем, подгоним. Я вам предлагаю освоить лично мной изобретен. Наконец-то моя жена себя скомпрометирует, мы не сможем появляться в свете.
Ура! А воздух? А талия, стомак? Уже? Да нет. I don't know, I just speed, so I need. Я не работаю, я тупо торчу, вот все, что я хочу. Work, да, работа? Work, да, work, работа. That's all I need, вот все, что я хочу. That's it. Я ленивое говно, я ленивое говно. Про меня. Боже. Спасибо. И пьяный голос скажет, дай пожрать. Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков. Мой дом был пуст, теперь народу там полно. В который раз мои друзья там пьют вино, и кто-то занял туалет уже давно, разбив окно. Но мне уже признаться все равно. Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков. Остановки только у пивных ларьков. Отличная песня. Не правда ли? Ну да. Это пока так, наброски. Правда? Ну, тогда хорошо, так и не скажешь, что плохо. Давай, давай. Бездельника давай. Да иди мне. Гуляю, я один гуляю. Да. Гуляю, я один гуляю. Что дальше делать я не знаю. Нет дома, никого нет дома. Я лишний, словно куча лома. Я бездельнику, я бездельнику, я бездельнику. Вить, прости, что влезаю, лучше в конце. Я бездельнику, мама, мама. Всегда будет мама, пусть всегда. Я бездельнику, мама, мама. Я бездельнику. Образование дало. Государство тебя учило. Ну, а зачем? Чтоб ты дом построил, семью создал. Чтоб ты дерево посадил. Да, 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 да. А ты орешь. Слушай, орут сексбизнес. Козел. Орут сексбизнес. Я бою. У меня свой неповторимый стиль. Ты поешь вражеские песни. Дяденька, Sex Pistols — это простые работящие парни. Ну, что-то вроде Beatles. Какие же они практически. Что ты ему объясняешь? У него все враги. Какие враги? А, ну да. Америка наш враг. Да. Ага. Вот. А, и кто еще?
А ты поешь их песни нашего идеологического противника. Поет Кобзон, я вою, можешь запомнить. Слушай, я сейчас милицию позову. Подожди. Ну что ты так ведешь себя? Поганка какая-то на вас. Товарищ, ты поганка. Давайте найдем управу. Я ублюдок. Да выродок. Все, ребят, я приехал. Давайте, научите его родину любить, товарищи. Правильно, давай. Сейчас тебе покажу. Правильно. Все, всем пока, друзья. Я поехал. Приготовьте документы. Вы что, что вы делаете? Вот так, еще. Давайте, Валерий, я еще и добавлю. Вы первого начали оскорблять. Вот это товарищи, все свидетели. Ну что вы молчите? По многочисленным просьбам наших слушателей звучит композиция группы «Говорящие головы» под названием «Маньяк-убийца». Нет, не способен я честно принять все, как есть. Я взвинчен, весь на нервах, не в силах расслабиться. Моя постель будто в огне. Не прикасайся ко мне. Я словно оголенный провод. Step to the facts. I'm tense and nervous, can't relax. Can't sleep cause my back's on fire. Don't touch me, I'm a real life wire. Psycho killer, just my food. Better run away. Talking a lot, but you don't say anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? A psycho killer, just be soon. Better run away. Whoa! A psycho killer, just be soon. Снимали прошлым летом. Мне девчонки рассказывали, они массовки подрабатывали. Англичанок изображали. Наверное, на Англию совсем не похоже. Да, совсем. Картонная Англия на Балтийских болотах. Это как бы не совдеп, но и не Запад, а какое-то третье место. Вполне себе комфортное. Переключить? Пусть будет. Ну что, пойдем спать? Нужно обложку закончить.
Завтра просили пластинку дать послушать. А что это за Блонди такая? Я ее не знаю. Блонди — это группа. Дебби Харри поет. Новая волна. Этот Витя, который бездельник, сказал, что за новой волной будущее. Бездельник теперь влияет на твои музыкальные предпочтения? Ни на что он не влияет. Просто перекинулись пару слов, и все. У меня альбом не идет. Пойдет, куда он денется? Надо просто перестать лениться, и все. Лень — мое лучшее качество. Благодаря ей я не совершил массу плохих поступков. Ну да. А про что поет эта Блонди? Он «Позвони» поет. Хоть днем, хоть ночью. Но «Позвони» обязательно. Примерно так. Топки, скрепки, хлебки, дырки, булки, вилки. Здесь тракторы пройдут мои и упадут в копилку, упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле где я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. Я проснулся днем, одетым в кресле в своей коморке средь знакомых стен. Я ждал тебя до утра. Интересно, с кем ты провела эту ночь, моя сладкая Энн. Так и люблюсь. И когда я вернулся домой, ты спала, но я не стал тебя будить и устраивать сцен. Я подумал, так ли это важно, с кем и где. Привет, Лурида. Привет, Свинни Дилану. Только Дилан, сука, моя поет про Вьетнам. Сладкая. Дилан поет про невинно осужденного негра-боксера. Ты про что поешь, Майк? О чем ваш рок-н-ролл? Про что эта песня? Это песня такого довольного, такого благодушного, сука, человека, которому не просто похуй, в какой он чудовищной стране живет. Ему похуй, с кем спеть его жаждал! Чувак, ты пойми, что есть такая вещь, как лирический герой. Да? Есть. А ничего больше этого лирического героя не ебет? Во-первых, тебе надо убить себе скептика. А во-вторых, тогда творец начнет. Убей. Давай. Держи, пожалуйста. У Свит, кстати, есть абсолютно идиотская песня. Lies in your eyes. Да-да-да, абсолютно идиотская. Интересно, как бы это звучало на русском? Страх в твоих глазах. Прах в твоих глазах. Трах в твоих глазах. Нет, эта песня — совершенный бред. Да, но если, говоря совершенно, ты имеешь в виду perfect, то об этом стоит подумать. И когда я вернулся домой, ты спала, наверное, стал тебя будить. Ничего этого не было и не будет. Я подумал, так ли это важно, с кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн. Может, попробуем как Sex Pistols? Давай, давай попробуем с припева. С припева, да? Угу. Мое настроение зависит от количества выпитого пива. Хорошо, давай из нее сделаем лирическую, такую спокойную, смотри. Сейчас. Мое настроение зависит от количества выпитого пива. Я никому не нужен. Вы все время хотите с моими песнями что-то сделать. Может, попробуем их просто спеть? Ведь, ну они какие-то... Они детские, что ли? Да? Да. Да. А это плохо? Если мы панки, это неплохо.
Мы не панки. Мы не панки, мы не рок-н-ролл. И рыбы, так сказать, не мясо. А кто мы тогда? Кто ты тогда? Вить! Давай. Я на запотевшем стекле трамвая пальцы рисую плохие слова. Иди ко мне, иди к маме. Вы опять всю ночь будете караваны. Ничего не будем, Евгений Павловна, обещаю. Будем вести. Но он уже не ел, его нужно покормить. Я сейчас покормлю. Спасибо. Мама скучала. Женька, пойдем кашу пойдем. Кашу пойдем. Ты говоришь, что у тебя по географии трояк, ко мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Дай Женьку сюда. Евгений Павлович, не надо, ну пожалуйста. Я с ним должна побыть, я вам не утром дам. Ну, который час уже? Надо же ему спать ложиться. Мамина помада, сапоги старшей сестры. Нет. Так, сейчас. Хороший мальчик. Можно при ребенке не курить? Сапоги старшей сестры. Нелегко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Прогрессивно. Это пока так, черновик. Сегодня утром набросал. Мне вот Мишкины песни не нравятся. А это ничего, хорошая песня. Жизненная. Жизненная? А что такое жизнь, кроме бутылки помнишь? Слушай, Вить, прям готовый хит. Чем-то на ранних Велюец похоже. Слышал их? Пойдем поставим. Ты про батю моего напиши песню. Вить, а можно еще? Мы в штрафном воевал. Давай выпьем. Пойдем спать. Станет, я сказал. Пойдем, пойдем. Теперь не забудь ждать. Я знаю твою жизнь. Я знаю твою жизнь. Я знаю твою жизнь. Можно потише? Ребенок, ты че? Hey, white boy, what you doing up town? Как тебе? Мне нравится, что она как бы не очень хорошо записана. Именно, как будто у нас писали. Underground, хоть и бархат. Я слышал только Silicon Dance. Silicon Dance — это уже не Velvet Underground, это гурит сам по себе. Пластинка хорошая, но Берлин еще лучше. Хотя у Лурида везде тексты хорошие. Ты как по-английски? Ну так, на слух сложно. Вот, держи. В некоторых местах не поручусь за верность оригиналу, снимал на слух. И сколько у тебя таких тетрадок? Много. Слушай, необычайная сила мысль посетила меня. А что, если в твоей восьмикласснице взять последний припев и транспонировать на тон выше? Вот, смотри. Восьмикласница. А потом? Восьмикласница. Не знаю. Ну, прием, конечно, не новый. Но мне кажется, для этой песни в самый раз. Мне пока нравится, как есть. Ну, как знаешь. Хозяин, барин. Держи. Спасибо. Да, бери. Не потеряй только. Я пойду. А то уже несколько дней дом не ночевал. Мать волнуется. О! Вот. Это тебе. Ой, это что такое? Ничего себе. Я сам выточил. Сам? Подходит. Спасибо, нам нравится. Да, Наталья, ну не камильфо же, при живом то мужик. Так у меня для тебя тоже подарок есть. Сейчас.
О, а тоже сам потечу. Пепельница? Угу, пепельница. Пепельница. Слушай, ну, резьба по дереву – это хорошо, ведь. Но ты лучше песни пиши. Как быстро пишутся песни у тебя? Ну, как пойдет. Ну, еще 2-3 хита, приведешь группу в порядок, и можно подавать заявку в руку, а наши тебя поддержат. В общем, летуйте тексты и вперед. Запускай самолет, Женька. Угу. Не знаю, аппарат нужен. Электрогитара нормальная. Какую мы сейчас рок-клуб будем? Барды с барабанами. Группа Барды с барабанами. Барды с бакенбардами. Ребят! Барабарды. А не пошли бы вы нахуй, а? Про название я вообще молчу. Ну, ребенку спать мешает, ебаный в рот. Да можно, весь хор заблевали. Давайте быстрее, дерните отсюда. Вот. Спасибо. Чертовы. Без электричества нам жопа. Старик, ну дело тут вообще не в электричестве. Настоящий рокер, он на дровах может такое соло сыграть, что улетишь. Название нам нужно новое. Простое и короткое. 2 слога максимум. Пиво. И... вино. Кино. Вилка. Штопор. Шпроты. Пальто. Письмо. Кино. Кино уже было. Да. Нам на усилок бабки нужны. И на пиво, кстати. О, на пиво в первую очередь. Угу. Желательно прямо сейчас. Меняешься? Нет. Сколько? 5. Есть только 3 рубля. Давай, только быстро. Что, Болона любишь? Я всю фирму люблю. Хочешь, возьми. А ты зачем вообще сюда? Здорово. Я зачем? О, а я за ним. Мне сказали, что тут какой-то парень с утра Аладдин продавал. Но я не нашла, наверное, уже взяли. Классный альбом. Да, Майк его очень любит. Хотел ему подарить. Ладно, я пойду, удачи тебе. Подожди, пойдем вместе. А ты знаешь, что именно из-за Боу я впервые побывала у Майка в гостях. Вернее, у его сестры. Вот. А мы с ним гуляли много. Я вечно на высоких каблуках. И вот, ты знаешь, мечта одна. Просто смотри, там пластинки еще есть. Просто на лавочку упасть и все. Вот мы тоже как-то встретились. Майк был застенчивый, в гости не приглашает, чаем не угощает. В эту встречу Майк мне начал рассказывать о новой пластинке Боу. А я понимаю, что я сейчас просто на асфальт здесь рухну и умру. А я говорю, неделя, простите, эту пластинку прямо сейчас здесь где-нибудь и заслушать. Вот так и напросилась к нему в гости. А пластинку-то послушали? Не помню. А еще... Еще Майк книгу телефонную в эту ночь мне читал. Там фамилии такие смешные были. Хохотали до утра, не могли заснуть. Ладно, я пойду. Майк сегодня сутки работает. Я еще иду дом забыл. А давай я тебе подарок помогу найти. Он что любит? Кофе любит. Двойной. Ну и привезем ему двойной. А если остынет? Мы быстро. Сколько эта чашка стоит? Не продается. Фамильная. Очень нужно. Продайте. У вас денег-то столько нет. Для хорошего дела.
Никаких денег не жалко. Есть трешка. А, знаете, Виктор, как по батюшке? Робертович. А, Виктор Робертович, остывай подарок. Тогда для ускорения придется воспользоваться межгалактической ракетой. Согласна? Давай. Двери закрываются. Следующая остановка – улица Некрасова. Stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. Композицию американского музыканта поппа Игги, которая называлась «Пассажир». Но, к сожалению, ничего этого не было. Хотя хотелось бы. Ты про Японию говорила? Да, мне про Японию тоже все интересно. У них такая поэзия. Целый мир в трех строчках. Они понимают, что один цветок выразительнее, чем огромный букет. Цветущая веточка. И не нужен сад. А басё? Басё, ты знаешь? Как же это, друзья? Человек глядит на вишни в цвету, а на поясе длинный меч. Так, Вить, давай я дальше сама, хорошо? Подождёшь меня здесь? Ага. А это что? А это кофе. Двойной, как ты любишь. Это чашечки, говорят, цены нет. Пролили только. Пролила только немного. Так, ну все, я побежала. Женьку пора забирать. Так и везла через весь город. Да. Угу. Попробуй.
Ну как? Горький. Вкусный. М-м-м. Холодный. Остыл. Тексты взяли? Так, ребята, вам сейчас к Ивановой. Она еще не злая. Переругал со всеми, сейчас обедает. Так, а тебе вообще лучше сгинуть. И не попадаться ей на глаза в таком виде. Секс Пистолс, блядь. Выход на людей, похоже, тут разъебайство какое-то. Слушай, разъебайство – самая лучшая форма жизни на Земле. Не такие напутствия нужны нашей советской молодежи, Майк Васильевич. Парни, песни залетуйте, следующий ваш сейшн будет тут. Здрасте. И будут в дверь стучать и с улицы кричать, что хватит спать. Пьяный голос скажет, дай пожрать. Вполне уместный текст для обеденного перерыва. Глагольными рифмами, смотрю, не брезгуете. Зато единство содержания и формы достигнет. Это примитивизм такой, осознанный. Под нас уберу? Ставь меня в покое, мне весь перерыв еще не закончился. Извините. Спасибо. Молодец, сынок. Ребят, поймите меня правильно. Мы создали рок-клуб для того, чтобы показать, что рок-музыка — это не кабак какой-то. И не подворотня, а вы что делаете? Вы ровно в ту самую подворотню обратно ее и тащите. Вот это что такое, а? Я бездельник ОО. Мама-мама, я бездельник УУ. Я понимаю, что это влияние, Михаил Васильевич. Мама-мама, это мое. У вас лирический герой, хотя бы. Сильный, резкий, независимый, а тут что? ПТУшник с папироской. Так и есть. ПТУшник тоже имеет право голоса. Чем он плох? Рабочий класс. Понимаю, рабочий класс. Ну и вы меня поймите. Советский рок-музыкант должен искать в человеке светлое. Занимать активную социальную позицию, да? Понятно. Вить, чего ты кипятишься? Сядь. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А это Олег. Олег, наш барабанщик. Олег, сходи за компотом, пожалуйста. Песни-то шуточные, истерические. У нас как раз такого мало. Ну, и это, кстати сказать, не что иное, как социальная критика. Хорошо. А что, например, критикует песня «Восьмиклассница»? Половую распущенность. Я бы автора хотела послушать. Распущенность? Половую. Хорошо. А мои друзья? Подростковый алкоголизм. А время есть, а денег нет? Тунеядство. Ладно. Так и запишем. Песни шуточные. Нет, не шуточные. Вить, компот. Сходи за компотом. Компот. А вам взять еще? Давай, давай. Взять, взять. Тань, ну пусть выступают. Ну, как раз под влиянием других. Идейно более крепкие группы наберутся сознательности. Ну и вообще хорошо, что поют, сочиняют, делом заняты. Ну да, не будет из них группы россияне, но хотя бы пить не будут, наверное. Ну или воровать. Ну.
отказаться от кабалы вещей, от материального благополучия, от погони за наживой. Собрать несколько человек, снять дачу в пригороде. Не говорить о политике, о делах, о работе. Вести праздные разговоры ни о чем, и в то же время обо всем. Полная свобода и равенство. Майк Васильевич, к вам пришли. Привет, привет. Всем привет. О, приятная неожиданность. Вот, проходите. Держи, как обещал. Привет. Спасибо, привет, старик. Это прекрасно. Это? Это тебе не подарил, старик. Это штука мне самому. Пойдем тебя посмотрим. Это Scary Monsters. Это про нас. Майк, шампанское. А нет, деньги? Давай. Деньги в этой вашей штуке, они откуда берутся? Деньги в общий котел. Так легче жить. Да? В мебели минимум, да? А вот что вам нужно из мебели в идеале? Мой идеал – лежать на диване и всю жизнь получать гонорары за свои песни. У меня, кстати, есть диван, и я готов поменять на пластинку. Отличное предложение, я подумаю. Майк, а как же одежда? Да не надо думать вообще об одежде. Ирос! Тихо, Бузик. Ирос, это шампанское было не для тебя. Слушай, так вот, сам образ жизни – это и есть культ. И прожить ее должно так, как хочется лично тебе, а не кому-нибудь другому. Правильно? Вот, мне кажется, сама идея грандиозна. Ну, давайте за группу «Зоопарк». А еще я хочу сказать спасибо Майку за то, что мы теперь тоже в рок-клубе. Вам спасибо, ребята. Ура! А давай включим ящик перед новостями и поспорим на пиво. Что раньше скажут, 100 тысяч тонн чего-нибудь или Коробой Леонид Ильич? А давай, Майк, 100 тысяч. Леонид Ильич. Гарина гипербололя, знаешь? Я бездельник. Ну так, на уровне слухов. А это вы? Что-то вроде того. Привет еще раз. Привет. Леня. Виктор. Привет. Оп-оп-оп-оп. Бычки. Бычки. Русская версия «Шестое шоссе». Майк, с меня пиво. Классная штука. Дорогой Леонид Ильич. Слушайте, квартирник сделать не хотите? Да. Конечно, хотим. У нас программа короткая. Минут 30. Если вдвоем с Майком, тогда можно. Майк Васильевич, сколько можно травить сыр? Я сколько раз вам говорю, идите курить на кухню. Пойдем, пойдем, а то она мне голову откусит. Вероятность страсти женщин. Витя, ты домой сел? Да я здесь до утра остаюсь. Родителям позвонил уже. Ну не наше это все. Че ты явишься? Жопой крутишь, как пидор. Слушай, а чего наше? Наше-то чего? Высоцкий наш. Высоцкий, это понятно. А вот ты попробуй, возьми гитару в руки, да? Попрыгай с ней минут 20, по струнам хоть раз попади, еще в микрофон тоже что-то поорать надо. И вот тогда узнаешь, кто мужик, а кто пидор. Витька! Ух ты! Любишь помидор? Да. Кусай. Может, разделим? Ешь. Ведь пойдем поговорим. Выпивка еще есть? Нет, на кухне. Ага. У
сейчас будет сильное место. Красиво. Направо. Кашлянуть. Голову налево. Кашлянуть. Повернулся. Так, развернулся. Ягодицы развернул. Все. Павлик! Коленька! Привет. Павлик, ты где? Орать, хватит! Павлик, скажи, афган или не афган? Прекрати, мам! Коля! У него неделю уже повестка была, а он даже ничего не сказал. Павлик! Коля! Олег! Олег! Вить, ты с ума сошел? Какая фонограмма? А что, если барабанщика нет? Просто запишем драм-машину заранее и пустим на заднем плане. Ты понимаешь, что половина рок-клуба тащится от тяжелой музыки, Black Sabbath, AC/DC. Вы хотите с драм-машинкой выйти к ним? Да они меня еле терпят, вас вообще сожрут. Ну, значит, сожрут. Я не понимаю, почему это тебя так расстраивает. Да потому что это не рок-н-ролл, это диско какое-то. А что плохого в диско? Вон Боуи пишет диско. Мне кажется, если бы твой Боуи не разбился, он бы тоже сейчас диско писал. И не переживал бы по этому поводу. Да-да. Будущее за теми, кому все похер. Делайте, что хотите, играйте хоть Дюран-Дюран. Мне все равно. Ну, мы пойдем. Кончилось. Угу. Что дальше ставим? Не знаю, что хочешь. Выбирай. Они оба хороши. Нет, выбирай. Хорошо. Терекс. А почему не Лурид? Он немного монотонный. Наглый еще такой бывает. Его не всегда приятно слушать. Ну, наконец-то. А почему ты не говорила раньше мне об этом? Я бы при тебе не слушал Лурида. Не хотела тебя расстраивать. Но я не могу угадывать твои желания. Поэтому говори лучше со мной. Что ты хочешь? Хочу поцеловать Витю. А от меня-то что нужно? Благословение. Почти. Просто если поцелую его, ты об этом не узнаешь, меня совесть замучит. Ну так что нужно? Подпись, печать? Можно устно. Пожалуйста, целуй. Терекс, да, стоим? Закрыл. Постигаешь? Да. Все скоро. Да.
танцы для рок-н-ролла. Днем у тебя есть все, все, ради чего стоит жить. Дело, друзья, иногда даже деньги и вино, и с кем его пить? Ведь ты звезда рок-н-ролла, по крайней мере, так говорят. И мальчики в грязном и душном кафе счастливы встретить твой взгляд. Хуяч, мать! Хуяч! Новый день принесет покой, и вечером будет игра. Новый день за те же старые лица, как вся эта игра стара. Все нормально, Наташа, вставай. Нам ты звезда рок-н-ролла, и вот ты включил аппарат. И ты снова поешься, точит старый блюз. Ты играешь, ты счастлив, ты рад, а и звезда рок-н-ролла. Сможешь отдать за то, чтобы уснуть, что ты сможешь отдать, чтоб себя обмануть. Эй, звезда рок-н-ролла! Сейчас перед вами выступит загадочная группа Гарин и Гиперболоиды. И несмотря на то, что один из них в жабо, а другой тоже в жабо, мне кажется, что в них что-то есть. Поддержим! Двубортный пиджак спрячь подальше. Домашние тапки папаша. Ты ведь раньше не дал бы за них и пятак. А когда-то ты был битником.
Когда-то ты был бит никому. Когда-то ты был бит никому. Когда-то ты был когда-то бедником. Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл, извлеченный из снимков чужой диафрагмы. А теперь телевизор, газета, футбол, и довольна тобой твоя старая мама. Когда-то ты был бит никому. Когда-то ты был бит никому. Когда-то ты был бит никому. Когда-то ты был когда-то битником. Таким же, как была. Когда-то ты был бит никому. Когда-то ты был бит никому. Когда-то ты был бит никому. Когда-то ты был когда-то бит никому. Не нужны билеты? Продай, не продай. Майк, давай для истории. Для истории? Да. Это Наталья, большая любительница помидоров. Ты что? Ну как, твой пришел. Спасибо. Я думаю, ему не понравится, если я тебя буду снимать. Благородный. Где его снимать? Смотри, вот его надо снимать. Парни, а можно вот свет, да, вот здесь? Слушай, а ты можешь уйти? Вот я хочу и... Я на родомостов не успею, так что вернусь утром. Не переживай. Витя! Витя! Проводишь? Домой Наталью, хорошо? Мелкого надо перехватить. Хорошо? Отлично. Счастливый. Вить, ты с нами? Не, у меня важное задание. Пока. Молодцы. Пока. Подожди, я сейчас. Пойдем. Ой, подождите нас. Не закрывайте. Свидание.
Сбегай, чего ты стоишь? Мне надо Женьку забрать, Евгения Павловна. Так. Чайник поставить? Чай будешь? И может, пиво хочешь, там в холодильнике болтается какой-то. Нет, спасибо. Я подниму. Майк скоро придет, ему пригодится. Майк не придет. Он сказал, за мостов не успеет, у Мишки останется. А эта Блонди очень даже ничего. Мне Майк немного песни ее переводил. Там одна хорошая, про позвони. Хоть днем, хоть ночью, только позвони. Но Майк к ней как-то спокойно. Может, я пойду тогда? Вить. Так. Мне малыша надо искупать. Вот этот стол надо поставить сюда. А я пока воду нагрею. Поможешь мне, хорошо? Сожрал, у тебя нет душки еще одной. Что ты здесь мокнешь? Тебя из дома выперли или баба прогнала? Своего послала. Я гордая. Я говорю ему, позвони. Хочешь ночью позвони. Когда хочешь, позвони. Хочешь утром позвони. Позвони обязательно. Я из Владивостока прилетела. Вот страна! А я лечу! В этом платье красном лечу! И что? Что? Сколько можно ждать его звонка? Зачем мне его ждать? Не хочу его. Не нужно. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Thank you.
парке, покормить зверей в зоопарке, а потом в кино. И пойти домой. Это просто идеальный день. Не брезгуешь? Майк с трудом терпит уход за малышом. Ты что? Он же маленький. Я сына очень хочу. Так женись скорее. Иди ко мне. Иди ко мне, мой сладкий. Хорошо. Я тут альбом Боуи послушал. Вообще ни хрена не понял. Но звук обалденный. Тебе нормально, не мало? Нет, в самый раз. Спасибо. Хороший свитер. Я тут подумал песню написать, ни о ком, ни о чем, вообще лишенную всякого смысла. Песня без смысла — это как? Ну, вот так. Отсутствие в песне смысла, на мой взгляд, — это достоинство. Что ж ты меня так царапаешь? Возможно. Я не знаю ни одной хорошей песни со смыслом. Вина? Да. Кого сейчас слушаешь? С кем пьешь, того чаще и слушаешь. Тогда наливаю. Я вот думаю, пойдут мне джинсы или нет? Пойдут. Пойдут? А мне что-то кажется, нет. Да и денег нет. Ну, у Лёни есть голубые джинсы. Ему малые. Я их куплю и тебе подарю. Очень пойдет. Женька смешно на нас смотрит. Он тебя любит. И я его тоже. Он обычно никому так не тянется. А с тобой, да. Ну что? Спи, малыш. Спи. Мился, малыш. Он всегда без света моментально засыпает. А мне Майк разрешил тебя поцеловать. А что, бумажку выдал с печатью? Вот и он тоже так смеялся. Да нет, просто у нас не принято друг друга обманывать. Вот и все. Ну что, мне от тебя тоже письменного разрешения ждать? М? Боб, ты как-то сказал, что если мне понадобится помощь в записи альбома, то скажи только слово. Так оно и есть. Вот, слово. В общем, спродюсируешь альбом? Ну, если ты считаешь, что тебе для этого нужен я... Ну да. Ну, конечно. Так, состав тот же? Да я не для себя прошу. А для кого? Витю надо записывать, пока не поздно. А что с ним может случиться? Да все что угодно. Армия, семья, дети, алкоголизм. Отсутствие интереса к жизни. Что может произойти с человеком у нас в стране? А твой альбом? Да мой нормальный, я работаю. Так, Витя, Витя, Витя. Видите? Я на запотевшем стекле трамвая пальцем рисую плохие слова.
Кругом водосточные трубы играют и макрат дождя, как на клумбе трава голова. И город вдруг сразу стал серым и мокрым. Я шагаю, не прячась под сенью зонтов. И блестят от дождя, словно зеркальце стекла. Я готов зайти в гости в любой из ближайших домов. Божественно. Андрюх, да? Что, болванка есть? Теперь можем писать вокал. Ребят, вот мы записали сейчас гитары и драм-машинку. И что? А это нормально, ну, что они все идут через одну примочку? Конечно, нормально. Одна примочка, один звук. Это и есть звук альбома. Мы с Бобом вот только что новые песни писали. И там тоже одна примочка на всем. Я тебе больше того скажу. Это та же самая примочка. Матушься. Мотор! Подожди. Ладно, давай.
Нет, стоп. Звук говно. Это все ерунда какая-то. Самодеятельность. Старичок, не злись. Мы оба знаем, как это может звучать. Но дело сейчас не в звуке. Просто надо записать эти песни, избавиться от них, отпустить. Если песни остаются в башке, то им там плохо и печально. Давай отпустим их к чертовой матери, и все. Звук тебе не нравится. Вот как начнут пионеры твои песни орать по парадным, вот там будет звук. И вообще, вот сам подумай. Если тебе не нравится, как звучит твой альбом, то это красивое. Проблемы. Такие проблемы – большая редкость. Тебе повезло, так что кайфуй. Я кайфую. Ну вот, и не ссы. Май пуст на часах шесть. Папирос нет и огня нет, и в окне знакомом не горит свет. Время есть, нет денег нет, и в гости некуда пойти. Дыша. Время есть, нет денег нет, и в гости некуда пойти. И куда-то все подевались вдруг. Я попал какой-то не такой круг. Я хочу пить, я хочу есть, я хочу просто где-нибудь сесть. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Что, послушаем дубль? Погоди, а тебе не кажется, что вот мы все в конце как-то должны ему подпеть такой, такой пьяный хор? Doors, Alabama Song. Вот, именно, именно. Ну что, в студию? Ты тоже присоединяйся. Легко. Ночь. Спать.
нас радостно. Чувак, восьмиклассница, огурцы, бремесь, а денег нет, просто сила. Держи, пересчитай. А бывает, что вот есть деньги, а времени больше нет. Спасибо. Спасибо. Кто же здесь занимается? Конечно же, наш любимый гость. Стакан удачи на дорожку. Старик, Ром, будешь? Я буду. Скоро больше не поедем. Кажется, уже поздно. А Ром надо с пепси-колой еще. Чуть-чуть. Можно? Майк. Женьку забирай парня. Ну иди забирай, я останусь. Ребята, давайте начинать, пока пища на ногах. На кухне потише там. Мы начинаем. Кнопочка, кнопочка там нажми. Тишина. Хочу задать вопрос сначала Майку. А, допустим, денег у тебя много. Или есть кто-то, кто говорит, делай, что хочешь. Любые инструменты, любая площадка. Короче говоря, пиши свой идеальный концерт. Так, идеальный концерт. Стадион тысячно много, звук, свет, дым разноцветный, три барабанщика, два клавишника, один с белым роялем, другой с синтезатором. Духовая секция, человек 10, вышли вместе на сцену, дунули хоры, ну ушли. Как, в каком смысле дунули? Буквально, то есть заиграли. Вот, и тут выходят слоны. А зачем слоны? Какой же зоопарк без слонов, друзья? К слонам обязательно струнный оркестр и арфа. Одна? Арфа одна. Одна. Играть будет на ней народная артистка Вера Дулова. Это моя любовь! Это моя большая любовь! У меня все. Вить, ну а ты? Я немного поспорю с Майком. Я по-другому, конечно, все это вижу, что естественно. Я не очень понимаю кайфа в стадионах, когда не видишь лиц тех, кому играешь. Ну, то есть, по-твоему, это должно быть небольшое помещение или, возможно, даже кабак? Ну, кабак — это мечта. В кабак кто нас пустит? Я ж не оператор пока, я механиком камеры на студии работаю. Работал в смысле. Камеру брал просто и время от времени друзей поснимать. Даешь бутылку вахтеру и выносишь ее через проходную. Потом бутылку в проявку. И тебе проявят. А тут кто-то стуканул. Прибежали гибисты. Материал изъяли. Скандал. Это я у родителей в банке спрятал. Материала немного, но то, что осталось. Я хочу владеть с тобой всецело, обнимать твое большое тело, целовать твои тугие губы. Я желаю, я хочу тебя. Алмазы,
совершаются экстазы. Я хочу иметь на это право. Будешь. Я желаю, я хочу тебя. Мы с подругами пришли сюда очень надолго, и мне уже нужно бежать. Но я придумала, что я сейчас сделаю. И что же? Дай руку. Ты гадалка? Почти что, дай руку, не бейся. Гадкий Ром. Гадкий очень. Гадкий Ром. Марьяна. Виктор. Я знаю, до встречи. Говорит, Майк, лучше быть в замешательстве, чем на работе. Нормально, я ему невесту ищу, тут искать не надо. Странно. Марьяша добрая, умная. А Майк говорит, что Марьяна – прогрессивная женщина современности. Да не собираюсь я жениться. Ни на ком. Представляешь? Они с мамой на балконе курят, а баба коммунистка их гоняет. Мама у нее чудесная. Ага, про паровоз поет. Витя, я серьезно. Перестань нас бывать. Майк нервничает. Мне тяжело. Что тяжело? Все. И видите, и не видите. Я не могу. Мне важно знать мнение Майка о моих песнях. Я ему верю. Тогда сделаем вид, будто мало знакомы. Перестанем обращать друг на друга внимание. Попробуем? Попробуем. Из нашего болота. Можно показать твои песни кому-то на Западе. Американцам, например. Сузан. Они нас прям ждут, да? Старичок, не кипятись. Нужно записать твои песни на английском языке. Ты же в совершенстве их его знаешь. Может быть, они их купят? Ой, говно! Тихо, 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 тихо. Ну-ка, дай тебе, Таиха, дай. Не надо тебе. Давай, у нас авария. Так, да, сынок, давай. Сашенька, давай. Нет, Танька, уже держи. Куда я чеку? Ой, не знаю. Пойдем, держи. Майк прав, Майк прав. Доски берут, отлично, наше прошлое пыльное. Пол Чехов, Канаду. Очень хорошо. Чайковский. Сейчас пойдем. Чайковского они уже слышали. Им интересно знать, что здесь сейчас происходит. Что есть что другая здесь? Музыка, другая жизнь. А она есть? Ты же есть. Боб, Витька, вот. А что американцы услышат моей музыки нового? А? После Битлов, Стоунов, Дорс, Лед Зеппелин, Клэш, Джо Дивижн, Боуи, Полон, Дилан, Тирекс. И даже Блонди! Ой, не говоря уже, блядь, обо Мандилир. Ну, ладно. В болоте, конечно, привычнее, особенно если там первая жаба. Жаба. Как Русул, что ли? Что ты сделал? Майк! А тебя за язык тянут, да? Тоже чешется, да? Чешется. Композиция британских исполнителей Модзи Хупова из их альбома 1972 года. Музыка и слова Дэвида Боуи и все молодые пижоны.
rocks and sparks, and Freddy's got spots from ripping off the star from his face. Funky little portraits. Television man is crazy, savage even out the liquor tracks. Oh man, it's to me, I've got to rap. All the young dudes carry the news. Boogaloo dudes carry the news. Young dudes carry the news. Boogaloo dudes carry the news. С ума сошел, ему ведь всего лишь 25. Загонят мед в вену и не желает жить. Тип из телевизора утверждает, что такие, как мы, все разрушают. Мужик, ты серьезно? Нахрен мне твое ТВ, когда я могу послушать Т-Рекс? Да, 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 я пижон. Прошла, настало лето. Более 2 миллионов. Спасибо партии за это. Отправлено в государственные закрома.
Наталья Васильевна. Какие гости? Шел мимо, дай, думаю, зайду. Шел мимо, дай, думаю, зайду. Ты как меня нашел, Виктор Робертович? Марьяша сказала, что ты теперь здесь работаешь. Вот. Все собирался вернуть. Это что? Тексты Лурида. И как он тебе? Не знаю. Наглый какой-то. Хотя у Лурида все тексты хорошие. Мне у него, кстати, Берлин больше всего нравится. Майк на наш концерт придет? Кто ж его знает, Майк Васильевич? Приходите. Я несколько новых песен написал. Хочу, чтобы он послушал. Как у вас все? Хорошо. Как Женя? Женька тоже хорошо. Ходить начал. Говорить. Наташ, скажи, а сколько Майк зарабатывает в Москве? За сольные квартирники он сколько получает? Понятия не имею. Майк в Москве ездит только на такси, пьет только коньяк. Он трезвым этот город не очень выносит. Что принес, за все спасибо. А ты что, перед Марьяшей за каждую копеечку отчитываешься, да? Да, она сама договаривается насчет концерта. Ну, это другое. Я правда не знаю, хочешь, можешь зайти к нам. У Майка как раз сам все и узнаешь. Может, зайду. Ладно, пока. Пока. Вон, как Болон за нами наблюдает. Все Майку доложит. А есть что докладывать? Нет. Ничего. Да и не надо. Ну, тогда я пошел. Ну, пока. Доброе утро.
проснулся? Я проснулся сегодня утром. Отличное начало для блюза. А Женька тоже рано сегодня проснулся. Я его укачала, чтобы тебя не будил. Может, мне к маме переехать? Ну, чтобы не чувствовать себя дураком. Каким дураком? У нас просто детский школьный роман. Гуляем, за ручку держимся. Но целуемся иногда. Ты же знаешь, что держаться за ручку — это опаснее, чем что-нибудь другое. Перестань. Я всегда мечтал поселиться с тобой в старинном замке. Но в наличии только коммунальная квартира и зарплата сторожа. Мне вполне хватает. Кофе будешь? Евгения Павловна и на нашу долю взяла минуты. Что там у нас за чашечки? А, Женя, давай папе кофе сделаем. Да? Папа проснулся. Папе кофе надо сделать. Никакого свинга, хорошо? Играем прямо, как роботы. Стараюсь. Ну что, ребят, готовы? Давайте. Привет всем. Я вас верю. Витя, в тебя верит Михаил, значит, ты бог. Ну, ладно, бог. Бог-то у нас один, а? Я в зале. О, красавцы, романтики. Вот это вот, то, чего не хватало нам в рок-клубе. Это все Марияж придумала. Не вертись. Ну, не бух, мальчики. Кулачки держим. Из обкома звонили, просили билеты оставить. Майк приехал? Не видел. А ты его не звал? Позвал. А что его звать? Он у нас в правлении клуба. Ему что, особое приглашение нужно? Ну? Витя, ты не о том сейчас думаешь. А я согласна с ней. Вить. Ты не о том думаешь. Все, мальчики, пора начинать. Поехали, поехали. Все, я объявлять пошел. Ребята, идут. Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас на эту сцену выйдут музыканты, ради которых мы все здесь собрались. Встречайте, группа «Кино». Thank you.
Я знаю, мое дерево не проживет ты недели. Я знаю, мое дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Завтра может сломать школьник. Я знаю, мое дерево скоро оставит меня. Но пока оно есть, я всегда рядом с ним. Мне с ним радостно, мне с ним больно. Мне кажется, что это мой мир. Мне кажется, что это мой сын. Я посадил дерево. 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 Я посадил. Хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Сказали, жарко будет даже день. Впрочем, в той тени, где я пока